Заметка в группе ВК «Большая игра. История общества и искусства» за 1 ноября 2019 года. Как российские военные отучили сомалийских пиратов нападать на российские суда. Вы, наверное, помните, как вблизи Сомали в Аденском проливе местные пираты нападали на проходящие через пролив зарубежные гражданские суда, задерживали их, захватывали заложников с целью выкупа, грабили. Однажды сомалийские пираты напали на российский танкер «Московский комсомолец». Это было 5 мая 2010 года. Танкер перевозил около 90 тысяч тонн нефти для Китая. Экипаж состоял из 12 моряков. Сомалийские пираты приблизились к танкеру на быстроходных лодках, обстреляли из гранатомета и взяли судно на абордаж, забравшись на палубу по веревочной лестнице. Но успешной была только вторая попытка захвата. Первую моряки отбили, используя струю воды из пожарных кранов, а некоторые даже обстреливали из рогаток. Экипаж успел сообщить о нападении и забаррикадировались в одном из помещений. Пираты пытались в него проникнуть, но не смогли. Они через отверстие обстреливали экипаж, запускали какой-то газ, но проникнуть все равно не смогли. Пираты бесчинствовали на судне, взламывали двери в помещение, мародерствовали. Сигнал о захвате судна был получен капитаном противолодочного корабля «Маршал Шапошников», находившийся в Аравийском море. Корабль поспешил на помощь. 6 мая он подошел к захваченному пиратами танкеру и высадили на него три штурмовые группы. С воздуха обстановка контролировалась с борта вертолета. Российским военным пришлось вступить в боестолкновение. Все пираты были захвачены и обезврежены. Потерь со стороны военных не было. Военные не стали передавать пиратов властям. Берег находился в 350 милях от корабля. Они их посадили в их же моторные лодки, дали воды и пищу, но отобрали навигационное оборудование и отправили в свободное плавание. Сомалийские власти сообщили, что пираты не добрались до берега. После этого инцидента сомалийские пираты больше не беспокоили российские суда. Так российские моряки проучили пиратов. Как российские военные отучили сомалийских пиратов нападать на российские суда? Статья в группе ВК «Большая игра. История общества. Искусство».